Дорогие первоклассники, сегодня на уроке русского языка мы будем говорить с вами о предложении и о видах предложения. Ребята, вы знаете, что наша речь бывает устной и письменной. Ребята, и устную речь, и письменную речь образуют звуки и буквы. То есть звуки и буквы, в свою очередь, образуют слог. Слоги же образуют слова. Слова, ребята, образуют предложение. Если собрать эти предложения по смыслу и объединить их общей темой, то из предложения, ребята, получится текст. Сейчас я предлагаю вашему вниманию набор букв и звуков. Ребята, на самом деле в этих буквах, которые записаны слитно, скрываются слова. Мы должны их найти, записать их раздельно, и у нас получится предложение. В школе говорили о походе на озеро. Ровно 7 слов прячется в этом предложении. Как вы видите, ребята, в этом предложении все слова связаны между собой по смыслу. Ребята, в добуквенном периоде мы предложение обозначали схемами. У вас в данный момент 2 схемы. В первой схеме указывается, что это схема первого предложения и в нем 2 слова. А во второй схеме показывается, что предложение состоит из 3 слов. И в конце каждого предложения поставили точку. Мы сделаем вот такой вывод. Ребята, предложение имеет законченную мысль. В нем о чем-либо сообщается. Слова пишутся отдельно. И каждое предложение имеет границы. Ребята, теперь я прочитаю вам маленький текст, и мы попытаемся ответить на вопросы. Утром выглянуло солнышко, засверкали сосульки на крышах, растаяли льдинки на окне, весело зачирикали воробьи. Как вы видите, в этих предложениях все слова связаны между собой. И также связаны все предложения между собой по смыслу. Поэтому у нас получился текст. Во всех предложениях, ребята, говорится о признаках наступающей весны. В устной речи предложения, ребята, отделяем мы друг от друга паузами, а в письменной речи – знаками препинания. Давайте вспомним правила, что такое предложение и что такое текст. Предложение – это слово или несколько слов, связанные между собой по смыслу. Предложение на письме отделяется друг от друга точкой, вопросительным знаком или восклицательным знаком. Текст, ребята, состоит из предложений, а предложения состоят из слов. Слова в предложении связаны по смыслу. Ребята, сегодня вы ознакомитесь с видами предложений. По интонации, ребята, они бывают восклицательные и невосклицательные. Например, «Мне подарили щенка». Это предложение мы произносим с сильным чувством. Либо «Мне подарили щенка». Это предложение мы с вами произнесли спокойно. А еще, ребята, предложения по цели высказывания бывают повествовательные, вопросительные и побудительные. Например, «На дворе прекрасная погода». В этом предложении сообщается о том, что во дворе какая же прекрасная погода. Значит, повествовательное предложение – это предложение, в котором о ком-либо или о чем-либо сообщается. И в конце стоит точка. Вопросительное предложение – «Почему вы не гуляете?» Вопросительное предложение, ребята, это предложение, в котором о ком-либо или о чем-либо спрашивается. А в конце этого предложения мы ставим вопросительный знак. Побудительное предложение – это предложение, в котором побуждают к действию. Например, «Идите скорее». Ребята, побудительные предложения могут быть в виде просьбы и в виде приказа. Если это предложение в виде приказа, то на конце вы будете ставить восклицательный знак. Ребята, а теперь попробуем все изученное применить в выполнении упражнения. Перед нами упражнение 114, которое дается в учебнике на странице 140. Прочитаем, разделим текст на предложение. В лесу жил ежик, ночью он приходил в сад, там он находил яблоки, зверек накалывал их на иголки, еж относил яблоки в свою нору.
Как вы видите, я произнесла несколько слов и нигде не сделала паузу. То есть мы сейчас с вами поставим точки, где нужно. В лесу жил ежик. Ночью он приходил в сад. Там он находил яблоки. Зверек накалывал их на иголки. Еж относил яблоки в свою нору. Вот в таком порядке вы его, ребята, запишите. И в конце каждого предложения поставите точку. А теперь, ребята, в виде таблички попробуем запомнить. Итак, виды предложений по цели высказывания. Если в предложении, ребята, о чем-либо сообщается, это значит повествовательное предложение. И в конце мы ставим точку. Если в предложении о чем-либо или о ком-либо спрашивается, то это вопросительное предложение. И в конце мы ставим вопросительный знак. Если же в предложении побуждается к чему-либо, то это побудительное предложение. И в конце мы поставим опять же точку. Попробуйте сами написать подобные предложения. Сейчас вместе с вами мы составим из слов предложение. Птицы, край, улетают теплые. Птицы улетают в теплые края. И в конце мы ставим знак препинания, точку. И это будет, ребята, повествовательное предложение. Мы получили сообщение о том, как птицы улетают в теплые края. Море, как красиво. И у нас получилось предложение. Как красиво море. Мы произносим его сильным чувством. И в конце ставим восклицательный знак. Воробей обедал где? Где обедал воробей? У нас получилось, ребята, вопросительное предложение. В конце мы ставим вопросительный знак, потому что в этом предложении спрашивается о том, где обедал воробей. Ребята, а вот в упражнении 115 то же самое стихотворение Самуила Маршака «Где обедал воробей» мы выписываем только выделенные фрагменты. Где обедал воробей? В зоопарке у зверей. Пообедал я сперва за решеткою у льва. Давайте обратим внимание на знаки препинания. Какие же знаки стоят в конце предложений? В первом предложении в конце стоит вопросительный знак, потому что это вопросительное предложение. Во втором предложении ставили точку. В третьем предложении ничего не ставили, а вот четвертое предложение тоже заканчивается точкой. Как вы видите, вот эти предложения, которые на конце стоят точки, это повествовательные предложения. А вот конец нашему уроку. Уроку конец. Это повествовательное предложение, потому что мы получили сообщение о том, что урок подошел к концу. Кто хорошо работал? Это же предложение вопросительное, потому что в нем спрашивается о том, кто хорошо работал. И третье – молодец. Это вам, ребята. Благодарю вас за внимание.